Привет, друзья! Рад видеть вас на канале GG. Мы продолжаем проходить первого Гарри Поттера на первой PlayStation. Да, я теперь лысый. Ну, вот так получилось. Заколебали меня волосы, я полтора года их растил, и они меня заебали, и теперь их нет. Маленькая ремарка. Я записываю по два видео в день, чтобы они выходили 4 дня потом. Потому что я 2 дня выходной, 2 дня работаю на обычной работе. Поэтому завтра выйдет ролик Devil May Cry, и в нем я буду волосатый. Так что не удивляйтесь, его я записывал вчера, когда был еще волосатый, теперь я лысый, в общем, вы поняли. Так, что, я забыл, Да ебать, Все, я совсем сбился. В общем, мы охотимся за Пипзом. Я вспомнил. Вспомнил, где мы остановились. Нам нужно снять 4 проклятия. Погоди, надо забрать. Забирай. Что это? Это просто хилка? Окей. А хилки все-таки одноразовые. То есть я думал, почему-то они вечно лежат. Вот он. О, это же Гарри Поттер. Я Пипс Поттер, и тебе следует остерегаться меня. Гарри, ты уродлив, но что мы можем сделать? Ты говорят, что ты из зоопарка. Если ты посмотришь в зеркало, оно точно треснет. Лучше всего это носить хороший мешок, наверное. Да, спасибо. Ебать ты мастер прожарки просто. Я сегодня проснулся, был волосатый. Потом это все сбрил к херам. Настя помогла. Респект Насте. Она очень-очень сопротивлялась, конечно. Но мне зато так комфортно теперь, так удобно. Так, вообще, смотреть ни хрена нет. Кстати, тут где-то шрам должен быть. Вот тут. Это мне брат пробил голову в детстве. Но это никак не связано с тем, что я побрился на лысо. Так. Просто маленький факт. Я правильно иду? Я не знаю. Там была дверь. Я мог просто пройти в дверь, а сюда было идти сложно, поэтому... Ах ты, педрила. Ну, наверное, тут что-то должно быть, да? Что-то интересное. А вниз можно упасть? Мне кажется, вниз падать не стоит. Ну, мы просто запомним, что там... Ох, бля. Там еще была дверь. Блять, надо было в дверь зайти сначала, наверное. Это явно что-то посложнее. Ты чё? Ты чё, живой? Алло. Ебать, он живой! Не подходи ко мне! На шкаф ты все равно не залезешь. Так, давай посмотрим, что наверху. Ага. Ты живой? Ты, блядь, живой! Флипендо! Не подходи, Флипендо! Все? А, ну в два удара. В два удара они ложатся, это не страшно. Пиу! 70. А сколько их нужно? 80. Слушайте, ну я близок. Я почти собрал. Да я еще ни разу их не отдавал, блядь, ни Фреду и Джорджу, поэтому... Хрен знает, оно стоит того. О, это заклинание первое, да? Флипендо! Да, слушайте, минус один. Может, мне все-таки сюда надо было идти? Но мне почему-то кажется, что я... Ага, погоди. Сюда можно? А, нет. Судя по всему, нельзя. Я все-таки рискну вернуться обратно, потому что, скорее всего, там было еще один глаз, и я его проебал. Поэтому давайте по-бырому назад вернемся. Это не очень далеко. Я ж могу назад вернуться, правда? Прыгай. Да, да, вообще без проблем. Тут, правда, прыгать опять придется, ну, что поделать. Просто это какой-то сложный уровень, и тут мы нашли один из глаз, поэтому я предполагаю, что это правильный, это... ход. Не уровень, а ход. А! Спидран, блядь. Так. Давай, вот там прямо была дверь. На перила... Воу, нихуя себе, Тони Хок проскейтер. Так. Ага, ну да, не особо. Видимо, что тут, что там, все у нас важное. Так.
Окей. А тут как бы не заблудиться. Так, там что? Туда можно спуститься. Но тут есть глаз. Действительно есть глаз. Бам! Отлично. Минус два. Осталось еще два. Сюда мы можем спуститься. Тут есть сохраняшка. Бобы. Это не проход, это ничего вообще. И... Плепендо! Супер. Откуда мы... Ой, куда мы попадем отсюда? Ах, стой, стой, стой. Ебать, а вас можно задеть? Нет, нельзя. А, эта дверь куда ведет? Блять, а чё так много ходов вдруг появилось? Такая линейная была простая игрушка, а теперь... Миллиард ходов всяких. Погоди, тут я был? Вряд ли я тут был, если тут жабка лежит. Правильно? Логично. Или был. Или... А, туда я могу перепро... Что? А. А, это все была одна комната. Или нет? Нет, погодите-ка. Так, ну давай сюда. Ебать, тут скользко. Давай жабку одну возьмем. Гарри Поттеровский дрифт, блядь. А, это всего лишь факел, это ничего. Блядь, куда идти? Точнее, куда идти я пока знаю. Ходов еще слишком много. 360 ноутскоп. Ага, третий. Да ты чё, ебать? Так, Флепендо. Я случайным образом иду в рандомные места и нахожу, блядь, эти глаза. 360. И бежим. Уи-и-и. Бля, вот это круто. Это круто, это прикольно. Судя по всему, главным стержнем этого... Этой серии будет Пивз. Битва с Пивзом. Так, стоп, 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 стоп. Куда? А, тут была жабка. Давай жабку бери. Ну, как не сделать 360 на выходе? Это очень классное место. Вообще, вот эти скольжения очень прикольные. Так, что мы можем сделать? Мы можем перепрыгнуть сюда. Окей. Тут я был. А вот хрен знает. Мне кажется, отсюда я пришел. Нет? Так, давай сюда. Давай сюда. Хрен пойми. Так, ага, тут я кого-то уничтожил, то есть тут я был. А это опять этот проход. Я ни хрена не понимаю. А там эти жабы, да? О, эти, блядь. И сюда я опять иду. Ага, ага, я понял, это, блядь, лабиринт ебаный. Так, отлично, с этой стороны мы были, точнее, с той стороны мы были, а вот с этой стороны нет. Поэтому надо попробовать опять сигануть. Давай, Поттер, сможешь сигануть туда? Так, стоп, давай повернем. Вот так вот. Оба! А! Я не думал, что допрыгнет, честно говоря. Нет, я тут был. Я тут все-таки был уже. Ладно, бежим туда тогда. А! Ногу сломал правую, но ничего, есть еще левая. Так, а тут? Вот тут, ладно, вот тут эти горшки. Да... Отлично. Вот тут я не дошел до конца, свернул обратно, поэтому в этот раз мы пойдем. Пойдем до конца, и скорее всего там просто будет еще один глаз. Не думаю, что что-то особенное, сложное нас ждет. Так, мы ходили... Куда мы ходили? Мы ходили налево. Там был тоже что-то типа... Обход. И... Так, ну-ка не подходи ко мне. Бам. Бам, нахуй. А ты даешь что-нибудь? Ну, кроме очков Гриффиндору. Видимо, нет. Вот тут должен быть последний глаз. Где-то здесь уж точно. А, так, там еще. Хорошо. 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 Экран, погоди. Окей. А, я хочу вниз осмотреться. Там, блядь, там тоже что-то есть. Вот, сука.
Ну ладно, сначала, раз уж мы наверху, пойдем наверх. Я просто не уверен, что снизу можно обратно вернуться, подняться. Попробуем сначала сюда. Ага. Да, я оказался прав. Все, минус 4. Блять, я думал, еще новые 4. Мы же не окажемся сейчас прямо рядом с ним, да? Да, все-таки надо вернуться еще. Так, ну давай спустимся вниз. Окей. Это сойдет. А, о, нормально. Ой-ой-ой. Погоди, это что, не живой, что ли? Живой, блядь! Стой, ну-ка! Флипендо! А? Ты просто не хотел, чтобы я бобы твои брал? Алло! Камера, блядь! Флипендо! А ты, блядь, рыцарь. Жабка мне не нужна. Все, надо валить отсюда. Все-таки снизу можно подняться, судя по всему, наверх. Это, наверное, можно сделать на столе. Да? Да. Уи! Все, надо вернуться. Надо возвращаться. Тут делать больше нечего. Я вроде как изучил все, что можно было. Так, куда? Куда нужно? Надо... Блядь, не туда. Окей. А где дверь? Где дверь, через которую я пришел? С той стороны? Ёпты, а как мне на ту сторону-то попасть? Я ж на стол этот не смогу запрыгнуть, правда? Ёпада! Погоди, а как мне вернуться тогда? Погоди, этот стол наверняка поднимет меня чуть повыше. Правильно? Я смогу... Ага, 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 гениально, ебать. Ну, отсюда должно быть уже близко. Так, куда мне надо? По-моему, вот отсюда, сюда мы заходили. Надо сюда. О! Да, 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 да. На летающие столы, потом на летающие котлы и в самое начало. Уф! Я вот не по... Не помню, будет ли что-то более запутанное в Гарри Поттере. Это, по-моему, вот самая такая, типа, лабиринтовая тема. Так, все, мне больше ничего не надо. Спрыгивай на шкаф. Отлично. И валим отсюда. Да или нет? Да. Почти безголовый Ник, я справился. Где он? Вот он. Молодец, Гарри, ты снял все 4 проклятия. Тот, кто их наложил, хочет помешать ученикам осмотреть замок. Какая, блядь, подлая замысел. О боже, посмотри на время, ты находишься здесь уже давно, и вскоре сможет начаться урок превращения. Не опаздывай, профессор МакГонагалл возглавляет род Гриффиндор, и тебе не стоит ее огорчать. Класс превращений находится в верхнем замке. Попасть туда ты сможешь через башню Гриффиндор. Ага, окей. Я пойду сюда. А с Пивзом драться не будем, что ли? Так, оп. А нахуя, у меня же уже 80. Да, слушайте, я почти все бобы в этот раз собрал. Это так, тоже на случай, если ты лошара, видимо, и раньше не собрал их все. А, погоди, все, это же начало. Через башню Гриффиндора надо идти. Ну, погнали, ладно. Это был подвал, а мы сейчас вернемся в главный холл. Ну, что-то типа того. Так, погоди, я хочу найти хоть раз Фреда с Джорджем, они же там где-то в начале стоят. Хочу отдать им и получить карточку. Я вообще, честно говоря, думал, что вот 4 главных волшебника, которые основатели 4 факультетов, они даются только Фредом и Джорджем. Да, ну-ка давайте. Hey, Harry.
Эй, Гарри, ты уже нашел эти зеленые ароматные бобы? Молодец. Пароль этого портрета — Ванглворт. Все, вот так оно происходит, да? Ну давай, пусти меня. Ванглворт. Молодец, похоже, тебе удалось узнать пароль. Здесь ты будешь в безопасности. Я Гарри, мать его, Поттер. Я везде в безопасности. Нихуя себе! Что это? Доспехи Квиддич защищают от напоминателей, необходимые на матче. Защищают от бладжеров. Нихуя себе! Либо я раньше просто забивал хуй на все эти бобы и не искал их и не отдавал, либо я об этом совершенно забыл. Но, блин, они дают что-то особенное, поэтому сейчас пойдем попробуем еще что-нибудь открыть. А где было первое? Первое было в саду. Это мне надо через главный вход выйти и дойти до дома Хагрида. Я думаю, это несложно, погнали. А третье вообще в этом. Уровень пройден. А третье вообще в холле или нет? Бля, не знаю, сейчас посмотрим. В любом случае, вот снаружи-то я помню, наверное, все-таки, где их искать. Ага. Хуя прям перед Гермионой все двери распахиваются. Так, поп-поп-поп-поп-поп. Гриффиндор, вот туда. Я понял, понял. Сначала пойдем на улицу. Походу, после того, как двери открываются какие-то, то мы всегда без проблем уже можем идти дальше. Так, погнали. Где были Фред и Джордж? А это что такое? Класс трав закрыт. А это? Обучение Квиддичу. Это все мне не надо. Мне нужны Фред и Джорджи. Где-то эти два бездельника постоянно ошиваются, стоят себе без дела. Вот они! Молодец, тебе удалось найти синие ароматные бобы. Пирог из голубики, мой любимый. Спасибо, Гарри. Вот пароль для портрета. Катвизл. Катвизл. Остерегайся Снейпа, Гарри. Он всегда появляется внезапно. Окей. Так, вот единственная проблема в том, что портрет, который открывается этим заклинанием, он чуть далеко. До него еще надо добежать. Но как не добежать, когда пароль-то уже есть? Вот тут вот где-то. Где-то здесь, вспомнить бы. Привет, пожиралка. Надо дойти до дома Хагрида. Вот он. Потом от дома Хагрида направо, если я все правильно помню. И не заходя вот сюда. Кэтвизл! Ну давай, дай мне, что у тебя там? Молодец, юный Гриффиндор, это действительно верный пароль. Думаю, теперь мне следует тебя пропустить. Ну, блядь, будь добра, я чё, зря собирал бобы? А вот где первые, я не помню. В холле Гриффиндора, они им нужны желтые были, я не помню. А, вот тут вот карточка. Это кто? Это Альбус? Да-да-да, конечно, не говори. Пусть сюрприз будет. Альбус? Альбус. Альбус Дамблдор, наставник школы Хогвартс. Многие считают его величайшим магом современности. В частности, профессор Дамблдор известен своей победой над черным магом Гриндевальдом в 45-м году, открытие 12 способов применения крови дракона и своими работами по алхимии вместе с Николасом Фламелем. Профессору Дамблдору нравится слушать музыку и играть в кегли. Да ладно. Этого мы не знали, но зато нашли Альбуса. Это охуенно. Это даже лучше, чем Годрик Гриффиндор. Хотя Годрик валялся просто... Да, блядь, что происходит? Годрик валялся просто после этого...
секретного задания, мини-игры. Так, вот теперь, не-не-не-не-не-не-не, нам туда не надо. Блять, вот чем у первого Поттера не открытый мир? Типа, да хрена чего, куда ты можешь пойти, нет такого, что коридорная херня, что ты одно что-то прошел и все, оно больше недоступно. Нет, ты постоянно можешь ходить, возвращаться, что-то сдавать, получать. Вот, например, эти два портрета. Я вообще, честно говоря, хотел забить хер на эти бобы. Но, блин, ну как? Как забить, когда это интересно? Уровень пройден, уровень пройден. Остались только сотые бобы. И вообще осталось всего одно заклинание. Близимся ли мы к развязке? Я вообще, до того, как начинал вот этот записывать эпизод, думал, что осталось где-то, ну... 3, максимум 4 серии. Отлично. Теперь мы пойдем в вестибюль Гриффиндора. А как узнать, интересно, пароль от этой херни, которая вот тут вот? У меня есть 50. Бобов, привет. Пока не знаешь? Ага. Пока не знаю. Пойдемте постараемся найти еще Фреда с Джорджем. Я просто не помню, с чего начиналось сначала. То есть, куда мы шли первым... Первым делом. Большой зал. Гермиона пошла на другую сторону, поэтому нам, скорее всего, тут может что-то найдется, приглянется. Бля, не помню. Не помню ни хрена. Не хочу, если честно говоря, блуждать. О, погоди, тут секрет. Я сюда заходил? Помоги мне, Гарри. Один ученик Слизерина поднял в воздух все мои шоколадные жабы, тыквы и как котелки. Помоги мне опустить их назад при помощи своего заклинания. Чего, бля? Да ебать, тут пока прицелишься. Блять. Не, удобнее всего, конечно, внизу держать. Окей. Ебать! Кстати, какие гигантские жабы. Да в смысле, не попал, алё. Один котелок. Котелок, мне дай. Не-не-не-не-не, это все мне не надо. Котелок. Котелок, блять, дай. Отлично. Ууу! Спасибо, Гарри. На, возьми эту карточку известных ведьм и магов. Спасибо, спасибо, братишка. Это, судя по всему, тоже не Батильда. Но ладно. Скорее всего, мы ее не найдем. Она получается где-то... Ну, карточки выдаются не подряд, а специфически. Корнелий Агриппа, 1486-1535, известный маг, заключенный маглами в тюрьму. За что? Почему? Ладно, плевать. Да, карточки выдаются не подряд в номерном порядке, а именно от места зависит. В конкретном месте конкретное... Ага, тут ни хрена... С другой стороны, тоже ни хрена. В конкретном месте конкретная карточка. Поэтому просто так найти Батильду мы не сможем, только если она нам не попадется по пути. Поэтому, что уж поделать. Что это? Башня Гриффиндор. В смысле? Мне ж не сюда надо было. Или сюда? Фред с Джорджем здесь? Они съебались отсюда. Так, ладно, я в принципе это тоже искал. Они тут внутри стоят, может они мне дадут все-таки пароль? Вальяжно так ввалился Поттер. Спасибо за ароматные бобы, вот пароль от портрета этого старого барона. Газировка. Надеюсь, ты найдешь портрет, он того стоит. До встречи. Вау, интригующе. Так, еще одно завершено. Да, да, нихуя себе, все три готовы. Ладно, погнали. Это точно в главном зале. Это точно прям вот при входе. Вот тот барон справа.
Охуенно, мы за один эпизод все три пароля нашли. Остались только красные бобы, но их мы найдем уже не скоро, наверное. Так, погоди, вот это тоже фальшивое, да? Ну, давайте посмотрим. О, просто так. Ладно, спасибо. Давайте посмотрим. Тоже кто-то бородатый, но явно не Дамблдор. Дамблдора мы уже нашли. Мерлин. Дата рождения неизвестна. Самый известный маг. Иногда его называют королем колдунов. Служил при дворе короля Артура. Не, ну Мерлин, Мерлин это достойно. Мерлин под номером один. Ну, бля, естественно, это же Мерлин. Главный. Вот про Мерлина знают все, не только фанаты Гарри Поттера. Он много где фигурирует вообще. Ну, такой достаточно известный маг. Колдун. Так, погоди, откуда я пришел? Мне кажется, вот отсюда. Большой зал. Вроде как да. Так. Да, 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 все верно. Возвращаемся обратно. Если это тот портрет, это хорошо. Если нет, то искать мы его отдельно не будем. Так, давай, Гарри, давай, давай, нет времени ждать. Даже без урона упал. Газировка, блядь. Давай, газировка. Да, блядь. Отлично, Гарри, это верный пароль. Посмотрим, работают ли еще эти старые петли. Вроде как без проблем. Отлично, отлично, мы все бобы отдали. Все три портрета открыли. Новая метла. Ага, то есть та была обычная, а вот это уже Нимбус 2000. Да-да-да-да-да-да-да-да. На нем даже написано. Нимбус 2000, качественная метла, легкая и быстрая. То есть в игре нам дают ее, по сути, получается, Фред и Джордж, которые спрятали ее за картиной, вместо того, чтобы нам подарила ее МакГонагал с помощью букли. Ну что поделать, бывает и такое. А вот теперь пойдем сюда. Дальше по сюжету. Башня Гриффиндора. Я все-таки, честно говоря, думал, что башня Гриффиндора это там вот где... Погоди, так мы сюда и попа... Серьезно? И что дальше? Коридор магии. Окей. Ну мы ж тут уже везде были. Тут вообще еще закрыто. Зал. Просто зал. Мы тут учились первому заклинанию. И полету на метле. А что, тут еще что-то было? Закрытая дверь. Класс магии. Нет, не сюда. Интересненько. Нет, еще раз летать мы не будем. Мы вообще в следующий раз летать будем только, когда будет очередной матч Квиддича. Но теперь у меня есть Нимбус 2000, и мне проиграть вообще просто не варик. Кстати, вы думали когда-нибудь, что Квиддич это pay to win? Типа ты... Чем круче у тебя метла, чем она дороже и прокачаннее, тем вероятнее, что ты выиграешь. Грубо говоря, Нимбус, он быстрее, чем обычная метла. Гарри, который получил Нимбус, априори быстрее, чем чувак на обычной метле. И типа, насколько это честно? А потом, когда в следующей части... Малфой-старший подарил всей команде Слизерина этот... Нимбусы 3000 или 2001? Нет, 3000, да? Черная метла была. Да. И это ж вообще нечестно. Типа, алло. Так, вот теперь вам нужны красные. Ты пришел сюда, чтобы осмотреть верхний зал, да? Только остерегайся Филча и его кота Миссис Норрис. Ладно, мы готовы обменять пароль от портрета. Скажем, на красные ароматные бобы с запахом перца. Они такие острые. Вы извращенцы, пацаны. Так, никуда я не могу, кроме класса превращений. Дверей до хрена. Но никуда меня больше не пускают, поэтому пойдем учиться. Нам осталось... Остался последний портрет с бобами. Последнее заклинание. И я думаю, сама
сам конец игры уже тоже не за горами. Поэтому... Так, раз. Ты гонишь? Ебать, он быстро сломался. Алло. Да это уже спидран какой-то, блядь. Там же внизу не было больше. А хотя ладно, в любом случае тебе в конце дают всегда возможность, типа, добрать. МакГонагал, ваша система образования, блядь, хромает, пиздец. Оставайся, Гарри, мы собираемся начать урок превращения. Оставайся, я вообще-то сюда и шел. Оставайся, на чаек еще. Превращение — это очень сложная и опасная магия, которую ты изучишь в Хогвартсе. Все, кто будет мне мешать, покинут класс очень быстро. Я вас предупредила. Следи за взмахами моего палочки и нажимай на указанную им кнопку. Чтобы изучить, сделай три раза, да. Ебать, они МакГонагал сделали этой, блядь, мразью, которая в розовом была. Как ее зовут? Я забыл. Excellent. Как Настя? Perfect. А? Не помнишь? Бля, я тоже Good. Не помню. Now ну помните, в пятой части была мерзкая мразь. That was good. Так, Excellent. раз, да. Perfect. Ты ищешь? И, блядь, я пытаюсь вспомнить. А, да... Блядь. А, блядь, как... Вот прям вылетело из головы. Да чё ты, не ругайся. Долорес, блядь, точно. Долорес Амбридж, блядь. Keep trying. Прости, МакГонагал, я... Ты, блядь. Да. That was good. Да, МакГонагал, прости. Но ты прям тут вылетая, Амбридж. Perfect. Фу, бля, наконец-то. Она продолжает что-то говорить. Бесшумно, без слов. Хорошо, теперь поуправляйся в применении этого заклинания. Гарри Поттер, иди за мной. Ебать, у меня индивидуальный подход, конечно. Привет, Гарри. Сперва при помощи палочки наложи заклинание превращения на статую. Затем ты должен вовремя нажимать свою кнопку, чтобы передать этой статуе новую форму. Поглядим, сможешь ли ты изменить эту статую. Возможно, так ты доберешься до коридора наверху этой комнаты. Без пизды, бабуля. Погнали. Авифоз. Блять, что это за... А что, надо просто... Просто быстро нажимать одну и ту же кнопку. Мне кажется, это наебалово. И в следующий раз будет разные. Молодец, Поттер. 5 очков Гриффиндору. Теперь оставь класс на летающем столе. Покинь класс на летающем столе. Ты заслужил. Спасибо, бабуля. Погнали отсюда. Отлично. Идем в главный зал. А пока песочные часы продолжают медленно заполняться. Ravenclaw. Когтевран. Hufflepuff. Пуффендуй. Slytherin. Слизерин 126. Блять, у меня, по-моему, столько нету. Gryffindor. 95. Блять, а чё, Слизерин сейчас обгонит меня? Slytherin. Рот Слизерин лидирует по набранным очкам. Соревнование, блять, разгорается, продолжается. Ебать, а чё, так можно? Или это, блять, специальная интрига? Вот я просто пару серий назад хотел сделать специально так, чтобы победил Слизерин, но мне кажется, просто процесс прохождения игры не дает тебе сделать так, чтобы победил Слизерин. Но пока что лидирует Слизерин. А что, тут нету сохранения, да? Блин, я хотел уже... Ладно.
Нет, судя по всему, всегда будет одна и та же кнопочка. А как, блин, в заходе в новую локацию нету книжки для сохранения? Удивительно. Так, тут она. Вот она. Отлично. Не идти никуда, чтобы потом не забыть. Закрытый коридор. В закрытый коридор мы пока не пойдем. А что, стол опустился, да? А я думаю, мы сможем перепрыгнуть просто без проблем. Так, отлично, отлично. Интересно, открытые вот эти вот сданные бобы и открытые картины сильно повышают процент прохождения? Если сейчас будет 65, то я охуею. 57. 57 это немного. Мы опять меньше 10% прошли, хотя открыли 3 картины секретные. Ладно, ладно, ничего не поделаешь. Вот так, ребятки. Плейлист с Гарри в описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, мы все ближе к 100 подписчиков, давайте добьем. И увидимся совсем скоро в следующей серии. Пока!